Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Грей, и пусть ваша душа станет теплее с игры Chrono Trigger. Сегодня мы отправляемся в горы. Такс. Мы смогли. Уверен, без вас бы я точно не справился. Вашими молитвами... Понять бы, куда идти. Это сундук? Mirage Hand. Блин. Вот так вот пропустил свое время. А, все. Или тут что, сундуки все восстановились? Значит, там мы видели один. А, получается, я его в свое время не находил. Ревайв. Ну, хотя, конечно, ревайв такая себе вещь. Ну, как сказать, не обязательно, а вот какой-то предмет экипировки. Ну, правда, уже очевидно, сейчас нет смысла даже его проверять. Он уже по-любому устарел. На самом деле, всегда вот что радует, это музыка вот этих старых RPG, она такая приятная. То ли дело, не знаю, в современных играх. Так... Между прочим, тут у нас парень с дубиной. Ну, раньше дубину нужно было выбивать огнем, а теперь хер там плавал. Мы слишком сильны. Просто нагибаем этих ребят. Собака. Ну, кстати, реально, да, я помню момент, когда мы сюда пришли. Убить его было очень сложно. Ну, да, у него где-то 150 хп. Где-то 150 у него примерно. Так. В предыдущей серии, кстати. Ну а ты крутись, крутись дальше, Джаггернаут. Я так понимаю, он разбудил этого монстра. Чтоб тот. Ну да. Мимо мы не пройдем. Вот же наглая ворона. Кстати, МП нам надо подвосстановить, тут сейчас заметил. Ну, главное, хватает. Атаки троих хотя бы героев. Чтобы снести напрочь. Не, ну... Блин. Так, теперь вот... Давайте Fire 2 используем. Заодно посмотрим, насколько он сработает эффективно. 500, 90, в общем 600. Эффективность на максимум, 205 голды или гилов. Я так до сих пор, на самом деле, не понимаю. Просто привык по финалкам, что гилы... Ну, это, в принципе, у нас игра с разработчиков Эсквара. Так, ну мы тут должны поставить... Понятно. Скорее всего, мы Фрога должны тогда поставить во главе партии. Сейчас-то возможно.
Я буду ждать тебя, свободный рыцарь. Начал светиться в руках Фрог. Получен золотой камень. Заряд лягушки один. Ну вот такой прикол. Получили мы золотой камень. Я так не сильно понимаю. Это просто для продажи. Типа бесполезный ит. Ну как сказать, бесполезный. Скорее всего, он будет денег стоить. Но правда я не сказал бы, что на таком. А, нет, это. Invoker Triple Chase Gundry. А, причем это еще и технику даст изучить. Так, ну давайте его найдем тогда. Точно не оно. Да, вот оно. Ну, поставим, посмотрим, что, насколько. Насколько сильнее станет Фрог. В общем-то, на этом все. Ради этого мы сюда и приходили. К счастью, успели мы пробежать. Не надо будет драться. В принципе, опыт-то нам вообще не нужен. Да и прокачка здесь не особо реально. Здесь уже все-таки все намного слабее. Пошел. Так. Мимо этих почему-то не смогли. Печально. Я же рассчитывал мимо всех пробежать. Эти черти нас поймали. Так, Frog Squash, X-Strike, Sword Stream, Spire, Frog Flare. Линейная бомба. Чего, 8000? Но это было очень жестко, то, что я только что увидел. Если их комбинация намного, сколько их врагов будет действовать, то это, ну, это реально бомба. Просто будем бомбить наших врагов. Так, спи дальше. Хотя, минуточку, там был сундук. Мы можем к нему как-то попасть? А, ну да. Это что, самый сундук, который я и нашел сегодня? Так, миновали мы птичек. Тут робо продолжает орошать территорию. Так, отель Дарина. Давайте выспимся. Ой, привет. Это отель Пип. Ночь стоит 50... А, Пип. Вип, наверное. Ну ладно, Вип так Вип. Что ж, можете отдохнуть. Типа, ну раз, ну хоть денег дали. Все, идите отдыхайте. Ура! Да, какое счастье поспать порой и выспаться, не так ли? Так-с. Сюда есть смысл нам идти? Нет, перемирие точно. Так, а где у нас там был? Был. Вот это. Похоже, что нет. Печальненько. Нам же где-то в этом времени показывали. А, это вот это, что ли, была пещера? А ну-ка. Волшебная пещера. Не похоже на то место, куда нам надо, судя по названию. Та-та-та-та. Монстры до сих пор живы, к слову. Ну, вероятно, это не то место. Та-та-та-та-та.
Сюда мы никак не можем. На корабль нам пока точно не надо. Но это поместье Оззи. Да. Точнее, его форт. Личный Форт Нокс. Так, эти горы существуют, но не похоже, что в них можно попасть. Как попасть к этому, кстати, кристаллу? Вообще непонятно. Что-то да, это не является проходом. Или это? Что-то пока одно из самых загадочных мест, в которое попасть никак вроде нельзя. Хотя, конечно, сейчас проверим. С этой стороны. Но, видимо, нет. Это место, скорее всего, как-то по сюжету нужно открыть. Как пока непонятно. Но, видимо, как-то надо. Это солнечная крепость. Такое ощущение, что у меня нет того самого места, в которое мне нужно лететь сейчас. Я вообще в том времени-то нахожусь. Да, в 600-х. В 600-х нахожусь. Да, печально. Потому что это гора, это же вот это солнце, да? Опять же. Да, тогда вообще непонятно, что делать. Чувствуется вот эта гора. Пройтись-то нам тут немножко дают позволить. О. Да, но увы. Место это не то. Зачем, конечно, все-таки дают тут погулять, непонятно, но, как обычно, в играх такие места всегда существуют. Может быть, все-таки мы должны и сюда пойти. Но очень сильно сомневаюсь. С возвращением вот это место. А, я просто не туда совершенно смотрел. Вот по карте. Если что, коготь гиганта. Пошли. Тут нас ждет новое небольшое приключение. Смята записка Томы. Эти дырки, что если я прыгну в них нарочно, да? Я начну с самого начала и... Дырки напоминают мне жуков. О боже мой. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Непонятно, почему он поквакал. А если мы другого поставим во главу партии, что изменится? Давайте Хрона вернем и посмотрим, будет ли что-то другое. Что-то иное. Что-то, что разбудит в нем древний страх. Поржал. Ага, они ржут над этим. Логово Тирано. Это лава с упалом был похоронен под землей. Ну да, это связано с рептилоидами. Но они должны были вымереть. Понятно. Они не вымерли и существуют до сих пор. Весело, наверное. Да, причем это более сильные версии. Если мы отправимся в прошлое, там вот эти вот динозаврики будут весьма слабы. Ни хрена себе они магии кое обла... Ёб твою. Что-то как-то я вообще не ожидал. Тогда давайте бомбить их магией, наверное. Что-то они намного сильнее, чем я мог бы представить себе. А уж этот так и вовсе расстраивает. Понятно, но зато место для прокачки, конечно, если вдруг нам нужно будет покачаться, очевидно, место великолепное. Чего интересного? Signed Cap. Что это? Непонятно.
Конечно, было бы неплохо, если бы разработчики как-то помечали предмет, который нужен для конкретного героя. Конечно, сейчас, наверное, узнаю, что такое Сигенкепт. Не узнал, потому что... Сигенскоп. Сильверы, сильверы. Сигенкеп. Там у нас она была. Понятно. Это предметик еще и старый. Да, куда идти, не по... Вот куда идти теперь непонятно. Помню я этих губатых динозавров. Очевидно, и они посильнее стали. Давайте, молния как раз хорошо против них работает. А, но не против этих. Этих молния хилит. Великолепно. Это еще магия хаоса, соединенная с ветром. Windblow Chaos. Что-то они над нами издеваются вообще на халяву. Наконец-то Лизар Дасти. Ну, хоть какой-то урон, но очевидно им пофиг все равно. Да, скорость, конечно... А, понятно. Вот в чем суть их приема. Они вот это состояние безумия. Так, давайте после воды посмотрим, как огонь действует. Потому что тогда они не должны хилиться по-любому. 600. У них меньше 1000, я думаю. Ну, неприятные парни. Музыка. Боже, это что самое место? Только вопрос, что мы должны в этом месте получить были? Может быть, на Майлу сюда нужно взять с собой? Так, место... Хотя, блин, если Хроно у нас... Наверное, нет. Если Хроно у нас хилит свои молнии, то остальные... Пока сюда тогда не пойду. Точнее, я не знаю, что там делать. А, точно, вы же тут еще на входе. Вынужденным фармом займемся. А почему бы и нет? Давайте это сделаем. Бац. Ну, смотри, губошлёпы Хроно вообще не любят. Я даже не знаю, что из-за него делать-то. Ну, просто пусть физатаком. Посмотрим вообще, что он из себя представляет. Наверное. Они Фрога ненавидят. Видимо, потому что знают, что на него сработает эта херня. Витринвые сюрикены какие-то. Только выжил. Значит, невозможно, где-то около 1000 здоровья. По 610. Нормально. Ху! И за них дают только опыт. То бишь, ни денег, ни этих очков не дают. Короче, максимально неприятные враги. Так. А вот тут, кстати, никого нет. Ну, хотя бы приятненько. Странное место. Так. Можем прыгнуть? Чё, не можем? А вот здесь нет. Чё-то на самом деле... Ну, такое ощущение, что это место похоже на то, откуда мы будем выбираться. А эта комната зачем нужна? Тут нас будет кто-то поджидать, очевидно. Будет битва с боссом какая-нибудь. Значит, все-таки мы должны были там что-то сделать.
Ладно, опять губошлепы. Раунд второй. Ой, какой второй, уже третий. Губошлепы, раунд третий. В принципе, можно попробовать за Хрона сильнейшую его технику юзнуть. Давайте посмотрим, как они на это отреагируют. Сука. Это значит тоже магия молнии получается. Я понял. Я тебя понял. Значит, магия воды здесь выглядит просто, знаете, бабулька в окно в ведро вылила. На Фрога их атака 100% действует. Поэтому вся надежда на Люку, у которого вроде как полоска накопилась, но монстры вообще не дают жить. Скорость набора их атаки максимально высокая. Прям намного выше нашей. Ну, к счастью, хватает. Да, Хрона здесь, конечно, бесполезен. Я думаю, все-таки он будет... Ну, он все-таки бесполезен именно против этих. О, бедная котен. Еще и эти твари туда упали. Спасибо за сохранение. Блин. А мы должны были упасть? Привет, ребята. Окей. Давно не виделись. Чё, как по силам? Ну, 124. Уж точно это слабым я не назову. Опять 124. Только здоровье уже больше 1000. Но не больше 2. Хотя тут Хрона 484 нанес урона. Ну да, они 1000 вдвоем не отнимают, на самом деле. Ну да, все-таки больше 1000. Хрона аж откинулся от этой информации. От гилов Ляпис Трубецкой нам доступен стал. Что за херня? А вот это максимально неприятно и неожиданно. Рон отъехал. Фрог тоже тут, кстати говоря, на последнем издыхании. Но эти, кстати, скорость не такая быстрая заполнение атаки. Но я думаю, вы отъедете или нет. Да. Максимально неприятно нас тут зажали. Рок левел оп. Молодец. Что это за комната вообще? Там какое-то усиление валяется. Повертап. Ну, я, кстати, так хотел сказать. Получен фул эфир. Так, ниже спуститься мы не можем, но зато можем подняться. Над собой, видимо, да? Мою мать. Надо хильнуться было бы. Хотя, может, я успею. Он уж будет первым по-любому. Нет. Уже не будет. 128, до свидос. Так, пускай Фрог себя попробует хильнуть фултоником. Люка себя пускай хильнет. Тут давайте магию заюзаем. Тут-тут-тут. Блин, мало. Мало, слабо.
Так понимаю, что они доступны стали для физатак после магии воды. Рок, главное, заранее так. Не бей, скотина! Наконец-то один отъехал. Забавно, он переместился по территории, чтобы к нему подойти. Какие же они, конечно, проблемные. Осилейп. Похоже, это место займет все наше время в данном эпизоде. Фух. Как же агрессивно это летающая макака, хотя насколько она летающая с такими небольшими крыльями, это сложно мне сказать. Так, давай тут лайтнинг забацаем. На этих-то должно сработать, я думаю. Да, эти отъехали. Ну, обезьяку мы будем уже физически добивать. Так, 1500, голда. Тихачков снова не дали. Вот же мартышка его товарища. Блюрок. Красная свой блю. Блю это ж у нас синяя. Синяя скала. Ну, если это что-то новое, то мы это сразу найдем. Да, причем это XR. Invokes Triple Change Omega Flare. Ну, чисто так, знаете, логично, это нужно люки надевать. Рибоны. Посмотрим, возможно, действительно какую-то магию новую даст. Так, стоит ли нам спускаться вниз? Вот в чем вопрос. У меня ощущение, что я и там не все это обследовал. Тут же я мог и не идти сюда, прям вниз. Я мог попробовать сюда пойти. Так, вторая кнопка — это вызов врагов, что ли? Если да, то кнопка очень паршивая. Ну, неплохо, почти 700 фрок отнял их. Конечно, почти не считается. Ну, хватает нам этих приемчиков. Давайте войдем в пасть тиранозавра бывшего. Овертэп. В чем смысл этих часов? Вообще понять не могу. Ну, походу, все-таки мы правильно. Единственное, что просто Power Tap могли забрать. А так. Кстати, уже два Power Tap у нас. Или Power Tab. Power Tap! Power Glove мне, конечно, нравится больше. Так, Ляпис. Ну, давайте хрону. 200 урона. Машина для смерти он, конечно, не станет, но тоже... О боже, только не V5.
Ну, я, естественно, уже в это место возвращаться сильно не хочу, но если уж придется, то, ну, там опыт набирать, то само собой вернусь. Да блин, почему Хрон? Он от него мало хп. Так, фулл тоник, ватер. Так, мега-бомб. Что там было? Мега-флэр? Нет. Либо она это может изучить теперь. Протект, напалм. Просто грязные мартышки фрога в спину бьют. Но магия на них слабо, да? Да, слабо срабатывает. И физически надо их бить. Посмотрите, сколько мы уже выбили, до сих пор живой. Уже вроде бы не босса, уже доставляет хлопоты. Накинул его в темноту, и темнота его отбила. Ну а теперь кинул в Хрона. Ну вот у этих просто до хрена хп. И магия на них не действует. Одних, короче говоря, магия Хрона хилит, на этих магия вообще слабо действует. Блин, я точно ж еще ж ты еще раз. С одной стороны, вроде бы как хотя бы один. Но с другой все равно неприятно. Кстати, фрога, да, фрога ваншотает. Да, они не ваншотают, кстати. Так, давайте попробуем за Хрона добить их. Сила молнии. Приди опять. Отлично. Чертова мартыха. Ах, боже, еле-еле просто с ним справляемся. Печаль меня. Что, мне просто интересно, что за босс нас ждет. Это опять будет босс из доисторических времен. Ну или типа его предок, который опять же условно будет тем же боссом. Так, а фулл тоник. Ну фулл просто 500 восстанавливает хп. Так, давайте обычными. Давно их не юзали. Пылятся в кармашке. Давайте их используем поэтому. Так, ну значит единственный путь правильный. Боже, как же воняет попкорн, который я разогрел. Вы б только знали. Так, а вот это вообще место куда? Идет. Ага, как я и сказал. Это выход, значит, вниз. Чисто вниз. Так, сундучок. Ляпис. Ну, ляпис я люблю. Не зря же я его постоянно получаю, так, минуточку. А, это какая-то... Тут вообще нельзя пройти. Таинственная пещера, наполненная динозаврами. Но это не ремейк парка юрского периода. О, здравствуй, жирная жопа. Я бы понадеялся, что тебе шею свернуло, но все же ты, скорее всего, жив. Так, ватер. Лайтнинг. Хотя файр уже, наверное... Давайте мега-бомбу. Но на одного, но в принципе он один и останется. Так, у фрога магии нет. У фрона, в принципе, тоже мало. А, точно, он шокирован. Когда он шокирован, можно его бить физически. Ну или так. Тоже вариант. Мне интересно, почему тех очков не дают? Потому что это принципиальность такая. Ну, чисто по логике.
А там повар. А как мы, кстати, откроем? Но отсюда снизу мы никак не откроем. Тайных нету выключателей, наверное. Будет прикол, если они есть. Так, опять две кнопки. Твою ж! От тебя никак не уйти, скотина. Хотя я могу же спин-кут на тебя использовать. Может быть, будет сильным. Хотя бы чуть-чуть. Кстати, да. Пропустил я, был сильным спин-кут или нет? Неплохо так, на самом деле, согласитесь. Просто под горой секретный замок. Ну, не просто секретный, а в котором динозавры живут. О нем уж никто, по сути, не знает. Только Тома сюда шел за ракушкой. Ну, кстати, вначале мы думали, что он деда обманул, но по итогу-то... Все-таки он решил помочь ему. Так, давайте спинкат. Рок, по идее, этих губошлепистых убивает. О, да. Хоть что-то. А, ну косарь. Кстати, спинкат хорошая тема. Мне нравится. Ляпис, хрона левеляпис. Так, вроде бы здесь внизу есть проход. Твою мать. Какое же огромное место. Только не скажите. Скорее всего, на самом деле, эта кнопка кидает его вниз. Печаль, беда. Вроде бы ж было такое место в прошлом. Так, новатор хватает у Фрога, пускай он это делает. Тут пускай идет дело спин-кут. Сейчас главное, чтобы хотя бы Люку не тронули, потому что она должна добить этих двоих уродцев. Ну, а Хроно добьет спинкутами макаку. Ну, или обычными атаками можно попробовать тоже, наверное. Фрог, очнись. Ну нет, урон получил. Ни хрена ж себе, две атаки за раз. Да, спасибо тебе за помощь. Друг жабенок. Чертова комба вышла. Но нас опять изнасиловали. Да и кто? Да, это, скорее всего, то же самое. Пошел в жопу. Так, нужно опять отхиливаться. Брать свои пожитки и отхиливать их. Вопрос, конечно, какой проход правильный. Старые добрые камни и путь дальше. Давайте с камнями не будем драться, в принципе, боев у нас тут уже очень много. Получил фулл тоник, серьезно? Великолепно, да. Блин, это тот же самый замок, я так понимаю, да? Просто в этих временах там и здесь не были. А так абсолютно то же самое грёбаное место. Ой, сохранение, как же приятно. На самом деле я вообще не понимаю, ну, в смысле, вот то место, которое мы до этого были, почему? Получается, что туда можно было не идти. Ну, если получится, само собой, я вернусь. Ну, в эту, в правую пещеру. По сути, мы в левую-то пошли теперь. Хотя, блин, времени на самом деле уже это занимает. Ого-гошеньки.
Ого-го, ого-гошеньки. Мидэфир. И проход в стене нас ждет. Ёбан. В смысле? Можно мимо пройти? Нет? Я тоже испугался. Да заткнись ты уже. Раз тиран опять. Давайте молнию, вроде как они слабеют от нее. Ну а дальше Frog Flare. Ну это да, это соединенная атака. 2-303. Ну не знаю, насколько это сильно на самом деле было. Очевидно, он готовит какой-то супер приемчик, от которого мы и отъедем, потому что совершенно непонятно, насколько проблемным будет этот приемчик. Так, давайте линейную бомбу используем. Ни хрена ж себе, твою мать. Ну да, жаба была помощнее. Это значительно слабее прием. Red Pin. Любопытно, есть ли вариант убить его на самом деле? Первее. Попробуем обычную жабу, сколько она отнимет. Ни хрена. Понятно. Весело. А бомбочка. Интересно. Один. Скоро будет его суператака. Ноль. А вот и она. Наверное. Ну, что-то пока на супер не сильно на нас смахивает. Ну, кстати, неплохо. 1600. Мне это нравится. Похилились. Вроде как нормальненько все. Ну, это, кстати, было сильно. Так, давайте Кюр 2. Тогда используем. Что забавно, Люка лежит на коленях. Будто бы с ней что-то прям такое сделали. Ужасное. В принципе, вот есть шанс отомстить, кинуть бомбочку. Ну, честно, босс впечатляет только своими размерами, а так что-то как-то вообще ни о чем пока что. Ну да, то, что он может теперь пожрать, отнять хп. Даже на хрона это еще сильнее действует, окей. Ох, конечно, у Люки и хрона магия уже заканчивается. На самом деле, даже не знаю, нужно ли нам что-то юзать. Ну, опять он будет готовить свою супер ультум. Давайте просто физически его долбить. Ну да, значительно слабее. Теперь Люка у нас дамагер. Удар мечом. Выстрел пистолетом. Ну, тут главное фрогом похилиться,
Ну или все-таки эфир восстановить? Давайте восстановим хотя бы Люки. Она, в принципе, дамажит намного сильнее двоих этих своими бомбами. Так, спинкат. Здесь хил на всех. Ну да, вроде бы он чуть даже сильнее его атака все-таки стала. На самом деле крайне любопытно, сколько у него там хитпоинтов. Давай, Фрог. Святой меч. И похарен. 900. Не, ну этот хил, сколько он отхилится? Ну, почти 500, окей. Выглядит страшно. Ну не, если он сейчас там начнет намного чаще юзать, то тогда окей. Тогда этот босс наконец-то станет сложным. У меня и магия закончилась. Fire Power Up. Он повышает силу своей огненной атаки. Вот оно что. Все-таки он мощность-то повышает себе. Так что он будет нас посильнее долбить с каждым разом. Теперь я понял, кажись. Все-таки да, все-таки будет он сложным, этот босс. Все, победили. 2000 гилов. Рокс левел ап. Он погиб. Кстати, та самая, видимо, ракушка. Смотрите, радужная ракушка. Гигантская на самом-то деле. Она слишком тяжелая. Давайте поищем помощи в замке Гардии. Чего? Это просто повтор будет. Замок Гардии. Уж вообще не ожидал, что нам придется туда обращаться. Да, да, я понял теперь уже. Чего? Только не говори... Серьезно, мы просто телепортнулись. Привет! Тебя здесь всегда рады. Чем могу помочь? Мы хотим попросить. Я понял, вы хотите, чтобы я сохранил эту огромную ракушку здесь до следующего столетия, да? Я прошу ради Хрона, пожалуйста, выполните его просьбу. Хорошо, я возьму эту ракушку и буду хранить ее в замке, как королевское сокровище. Капитан рыцарей! Да, ваше высочество. Иди принеси мне радужную ракушку и не разбей ее по дороге. Yes, сир! Огромное Это уже Люка сказал. Чушь, это ты нас спас, я просто готовил. Спасибо. Че он там что-то хотел еще нам сказать? Да-да-да, готовил. Кое-что интересное. Эй, кто хочешь... Вяленого мяса? Извини, у меня сейчас нет ингредиентов. Это не то время, где у Марли проблемы с отцом. Такс. Пожалуй, я слетаю туда еще раз. А пока паузу. Я вернулся сюда. И вот, в общем-то, как можно было получить этот Power Tap. Нужно было просто... повернуть. Не идти в сторону битвы с боссом, а просто повернуть... Ну, вот сюда, в общем-то. Вот мы сюда идем к боссу драться налево, а нужно было повернуть направо. Вот и вся разница. В общем, прикол такой.
А, мы не можем, а не можем. Прикол, в общем, такой, что динозавры выжили, но жили каким-то образом и выживали здесь именно неразумные. О, привет, парни, как дела? Она тяжелая, но мы справимся. Ну да, вы просто как бы добираете сил, типа, знаете, по принципу раз, два, три, и... Ну ладно, давайте подождем. В общем-то все, ради, по сути, я, получается, только ради одного повертеба вернулся. Так-с, ну, в общем, я вот выбрался, забрал все сундуки. Там, кстати, на входе, на самом входе, где был трон, над которым жали герои, тоже было по два сундука. Слева и справа их я тоже, соответственно, забрал. А на этом всем спасибо, друзья, за просмотр. Пишите куда-нибудь, звоните тоже куда-нибудь, ходите иногда гулять обязательно, дышите свежим воздухом. И помните, завтра будет новый день, в нем мы с вами и увидимся.